снова всем привет на канале Олег Нестеров. Брест. Сегодня дядя Олеже пришла одна такая таинственная посылочка. Дядя Олеже еще не открывал, но примерно знает, что там находится. Посылочка у нас от Михайлова А.В. Тверская область. Вот такая посылочка. Сейчас мы ее откроем. Ну, я примерно понял. Это покрасочный пистолет. Профессионал. Вот так вот он выглядит. Коробочка. Это прислал тоже подписчик. А проблема пистолета в том, что он не мог его настроить. У него не получалось. Пистолет. Так, интересно, у него сопло. Пистолет, скорее всего, системы HVLP. Дюза 1.3. Не могу посмотреть именно, что тут. Ну-ка, наедь сюда. Но пистолет чистый. Но человек его так и не смог настроить. Что ж, мы попробуем его настроить и посмотрим, как он красит. Попробуем узнать, что же за причина, почему он не регулировался. Завтра его разберу и посмотрим. С виду как бы он выглядит нормально. Может быть, просто действительно регулировки не поддавались. Как вы можете обратить внимание, тут детки немножко плачут. Посмотрите, весь пистолет. Так, сейчас, секундочку. Он идет в смазке. То есть смазка тут заводская и не смыта. Пистолет еще в заводской смазке. Такой пистолет будет красить обязательно кратерами. И раздува могло не быть именно из-за того, что пистолет весь в масле. Сейчас посмотрю дальше. Дальше вроде все нормально, как бы воздушные потоки все целые и повреждений нету, но масляные, видно, там масло. Пистолет нужно просто хорошо промыть, и будет он красить хорошо. И здесь вон я вижу уже внутри, не знаю, вам на просвет, наверное, не видно. Тоже, по-моему, масло на раздувочных, вот на этих, на боковых. Что, ребята, перед тем, как пистолет использовать, когда вы его купили, сначала хорошо его промойте от транспортировочного, от консервации, от вот этого масла. То есть это мы помоем, то есть это я сделаю экспресс-ответом, потому что тоже частые вопросы бывают. На днях сделаю, помоем пистолет и выложим. Вот так вот он называется. Симпатичный